разных планет. Где же лучше? Дай ответ. Из глубин вселенной жар, камни, огненный пожар, холод, вечность, сила, ветер. Появился шар на свете, он для всех, он твой и мой, называется Землей. Говорить с детьми непросто, это знает каждый взрослый. Ну, пожалуйста, Земля, расскажи мне про себя. На твоих материках можно встретить жизнь и прах. В океанской глубине тайны спрятаны во мгле. Поделись со мной мечтами, может, станем мы друзьями? Небесную кротость, бурлящее море, художника взгляд передаст на листе. Художник, властитель палитры и формы, наполнит идеей и смыслом холсты. И ради искусства, а не для проформы, добавит в них свет неземной красоты.